Давайте, босс, делайте. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Кто знает, через сколько секунд после исчезновения он появляется? 17. Это 20, по-моему. 20-25, короче. Да нет, СБР не швара этого. Где он бежит? На той стороне. Потом, только на танке. Потом. Еще в танке. Если посмеете. Заходим. Начинаю крутить, смотреть. ДПС больше сейчас. ДПС. Падаем. В чем проблема? А что было? Дыхание? ДПС. Лезвие? Как так? Да, в смысле, там... Как лезвие это? Оно же делит круг на 4 части. Там лезвия даже рядом не было. Там не было лезвия. А что там было? Ну, есть дыхание. Оно как... Бежали между лезвиями, оно просто... Ну да, бежали, тупо сдохли, все. Дыхание могло убить. Есть баг такой, дыхание боком. Что, дыхание не отображается в информации о смерти? Меня пелена какая-то убила, это, по-моему, дыхание. Пелена, это, блядь. Не, пелена не может убить, блядь, там дот по 4. Пелена. Наташа, блядь, такими темпами. Что-то мне кажется... Либо лезвие, блядь. Да лезвие, блядь, не было лезвия там. Там такой нюанс есть для медиков, когда типа реншу не держишь, можешь лезвие поймать, когда вплотную стоишь, босс. Нет, вплотную стоял. Ладно, я, неизвестно, я, значит, стоял ближе. Я вот, Эдвард, я сейчас стоял ближе, чем ты. Рыба стоит.
Меня заебал это ебаная жатва, которая нихуя не стоит. Пелена. Вообще хрена. Пелена коварная женщина, блядь, я вам сразу сколько положил. Баф обновляет шустрее. И она не сестра бездна, случайно? Ну. Чуть на пол. Интеллекта не хватает. Это точно. Беда. После пелены и бездны это. Вообще не хватает. Айзек. Или Дживс там. Да мамонта кто-нибудь дайте ему. Починись, ну вон мамонт. Прям рейд идет. По мелкому дамаг. Даркис, останешься во тьме вместо Враски. Заходим. Мэля сорвешь сейчас. Готовимся, сейчас слезы подкручиваем. Айзек. Данил, СБР есть? Есть у него. Думаю, а, нет, 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 у меня есть. Ты да, поднимешь. Поднимаю. Там Айзек пишет, что фризит. Похуй уже, стой тут. Стой тут. Фризит рвет агро, это как? Пиздит, значит. Знаешь, тренди. Все, сволки сейчас сорвете, блядь. Даркес, скинь. Стопаем или так? Да, стоп. Просто. Небеса в огне.
он так сделал. Да что опять за хер? Свет стоп, свет стоп. Как бы легли уже, вайп. А, там все уже. А ты, Фарада, что, стрим какой-то смотришь? Под или чё? Сначала нахуй дисплейлил, блять. Кто ты сделал? Дверь мне сделал, блять. Показалось, что такой голос имел. Возгорание, блять, убило. Возгорание пукана. Мне кажется, надо Фарада взять в рейд мистер Дэвил Пакса, потому что он ничего тут не заберет. Подыхает по КД. Пора ему отдохнуть. Да, так сделаем. Фарад, заходи на мага Кирса на свой взгляд. Минутку бьем. Ну там по нидусу. А кстати зайти. Было там по диспэль. Отвечаю, выхожу в свет, такая в голове еще мысль, думаю, ну все, сейчас убьем, и в этот момент вот эта хуйня с дисплеем, ну, блядь. По-моему, я уже видел все, что да, Даркис, ты в свету. Ты просто в раска вылетел, поэтому сказал остаться во тьме. Готов. Чек на баф на пул. У нас три роги. Вы когда во тьму заходите, давайте на пул атаковаться. И выйдете, босс. Узреть начало эры разрушения. Да не, ДСБР. Все, ладно. Поднял.
Заходим. Подкручу немного. ДБМ заказали. Понимаю. Охуеть. Заходите, падаете. Падаем, да. Под морду все заходят. Я не понимаю, что за хуйня у вас, блять. Мне танчить ему, да? Вам же танк все озвучивает, он же сказал, подкручивай. Ничего страшного, еще 40 минут повайпаемся, на завтра оставим. Так вот, минут повайпаться, а у меня вообще сегодня были дела. Давай, Вага, уже начинай, нахуй, КПшки. Давай, ГП залезай, нахуй, а то не будет нихера. Люди не слышат, блядь, ничего, нахуй. Метку попробуйте поставить на того, кто никогда в лезвиях не умирает. Такие же есть в рейде люди, надеюсь. Я ставил метку, блядь, на себя. Это сопрот Антонидосу. Поставьте метку на Фарада, на Фросгорна, на Кирса там, я не знаю. Кто в тьме, я имею в виду, останется, чтоб там тоже не подохли потом. Так самое простое. Давай под собой по КД. Ставил рыбу. Метка перебьётся. Блядь, ну ассист для этого придуман. Чек на баф на пол. А стоять. Азик готов, нет? И выйдите, босс. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Вы, конечно, может быть, я хуету скажу, нахуй, можете не слушать, но и когда 80% и метеор через 2 секунды падает, стопните по ебаному боссу, убейте нормально трэш и потом переведите босса и зайдите без трэша. Или это сложно? Да не, хуй не сказал. Полный. Заходите. Не бейте. Паунтов нет.
пустить больше. Танк упал, все. Падай. Короче, ДДшники, смотрите за агро. И ставьте себе нахрен гнома. Давай я потанчу тьму, ты потанчи свету. Да не, Войд, ну не в этом же проблема. Реально его два раза сорвали, он пока... Да, блядь, сейчас... Четыре раза, нахер сорвали. Сейчас никто не сорвет, Просто можете бить, сорвал, можете на пол и не давать, сейчас никто ничего не сорвет. Он отвлекся на то, чтобы забрать агро, и, естественно, ну, чуть-чуть запекал. Я же говорю, сейчас такого не будет. Ты 5 мажешь, что ли, по боссу? Это вообще, блядь, там не работает. Сейчас я потанчу. Обилка бьет, но агра нет. И проходит просто. Я знаю, почему там радиус просто маленький. Сейчас я потанчу. Радиус чего? Ну, обилки твои. 10 метров? Ну да. Удар щитом, причем ты раз все отбил. Рыба стоит. Ну там же вокруг идет от танка. Вот от себя 10 метров считай. Если ближе к боссу зайдешь, где звездочка стоит, там сработает. Урон доходит, а обилка не доходит. А, тогда хуй знает. Я думал, как у фуриков. Короче, сейчас я потанчу тьму. Тончи свет. Ну ты знаешь, там как с большими, с маленькими. Думаю, проблем не будет. Смонти ДЦ. Во тьму его? Да. На ХП обычная личевская банка на танка есть у кого-то? Смотри, сколько раз я ударил щитом праведности и ни одного священного огня. Спасибо. Щитом я ударил 5 раз, если уж конкретно. И за 5 раз ни разу не прошло. Ну ты потом потести. Потом потести сейчас это. Пробегать по боссу. Цвету же проходит. Сейчас по тесте, короче. Свету, да. Но вам момент запрыгивания во тьму почему-то перестает работать. За 5 раз обилка, ни разу Т5 не сработала. Мастерство кап? 27. Ну, дайте бафы бы присту, каску там, не знаю. Все бафы. Каска есть. А чё у тебя, кстати, мало 27? Походу, ответ на твой вопрос. То, что, блядь, ты не повал ни разу. А зачем мне больше? Ладно, чё там? Готов? То ты на ком танчишь? На ДК или на медведе? Его есть босс. Он танчит на половине. Потом, короче, кого-то поговорим. Вам выпала честь. Только на этом сервере подумали, что это не сервер. Почему тут работает? Милики, мне кажется, кто близко, не близко стоит. Небеса в огне. Thank you.
тормозите. Не бейте босса сейчас. Трэш сначала убейте. Метка, вроде. Метка, выйди, метка, выйди, метка, метка, метка. Прохиливаем. Живите, живите. Лоха войдут, дайте, блин. Вышел свет, да? Кто здесь пылил это? Ладно, бьем, все нормально, скажи. Энджи, поднимешь ханта. Как можно зайти? Не бежал. Привет, стоп, Паблос. Тут просто отца просто нет. Свет, стоп, Паблос. Заходи. Упал. Все, блять. А просто отец-то как сдох. Просто отец как сдох. Каким-то хуем ебаным достал. Каким-то хуем ебаным, да? Интересно. Я вот не знаю, может перекаун скидывать каждый раз, когда он на 60 переходит, чтобы видеть, кто у нас там бьет босса. Я просто сказал стоп ДПС, я смотрю 40%, 30%. Явно не от клива он так охуевает там. Во тьме. Знаете, знаете, я сдох? Кто во тьме не выносил метку, скажите, пожалуйста. Айзек. А? Это не во тьме, это... А. Во тьме и в сутуру выносили. У меня там лезвие чуть не убило из-за этой метки. Да при чем тут лезвие? Метка стояла, я 3 раза сказал, выносите. Не диспейлил. Че, может Хеллфейна взять тогда вместо лагающего Айзека? В спиту прям тоже там кто-то козырно наебало нам прям раз. Айзек, ты все еще лагаешь? Бой, ты, блядь, ты должен почти всегда тьму-то раньше, блядь. А хоть ты нас мучаешь. Нет, нет. Хеллфейна. Нечего тебе ответить. А
только у тебя, по-моему, Халион, блядь, лезвия, где, блядь, кончились, там и появились, по-моему. Ну так и должно быть. Так, а вот тоже нормально танчит. Я тебе скажу, я когда Денчик танчил, ни разу не падал на лезвие, если что, да? Если ты был тогда. Обновлять шустрее. Братка, у тебя же есть танкоспект. Вперед из песни, я могу спекнуться. Мейн танка, в чем проблема? Давайте уже на следующем. Чек на баф. Братка, пиздец. Нямка, халфэй, ничего не хватает. Или зачем ты его собираешь? В РБК ходить? Я тебя за живой задел, что ли? Успокойтесь. Меня бесит просто вот эта вот тьма, то, что не срабатывает эта хуйня. Сейчас рейд закончится, вип-раздел буду писать. Скрины уже. Рамка Халфейн готова, нет? Да. И Войд Босс. Соберитесь, блин, нормально все сделайте четко. Да, пускай Дарчис восьмой идет. Там пиздец топать. Ну, Даркис, останешься тогда во тьме. Вместе с первой группой. Ее по танку дайте. Там уже не срывали. Зубы давай. Ходите, если доходи. Thank you.
ничтожные перед посланником Смертокрыла. Тьма притормозит. Сорок. Свет, стоп. Как можно будет сделать? Можно похилить, блядь, во тьме. Просто, отец, как ты умер? Не понимаю. Блядь. По боссу, сука. По боссу, Свет. Да какой в жопу босс? Тут, блядь, подох просто, отец. Как ты не понимаешь? А кто понимать, блядь, будет? Пизда, блядь. Ты, может быть... Не знаешь, что вокруг шарика 15 метров во время активации лезвий происходит пульсация темная, блядь. И она 15 метров бьет, сука, по 30 тысяч 4 раза в секунду, блядь. 120 тысяч за секунду дамаги проходит там. Пульсация такая происходит. Знаешь такую хуйню, нет? Ну, может, поменяйте хила просто во тьме. Пиздец, блядь. Как ты не знаешь, что как ты помираешь, блядь? Куда ты лезвие, свою метку выносишь? Как ты сдох с ней? Ну да, давайте, просто отец святую немку во тьме. Начинай понимать, смотри на пульсацию, смотри на лезвие, на шарики, блядь. Когда появляется лезвие, возле шариков нельзя находиться, на 20 метров от них надо далеко стоять. Подбежишь близко, убьет как лезвие, и ты, я не понимаю, блядь. Это я догадку сказал, я хуй знаю, так ты сдох или нет. Тирс тут надо уже наливать, а не трезвить. Бля, так сдавай. Пиво, как он сдох, ты видел? Видимо, от этой хуйни сдох. Все, я понял, можете не менять. Ну, все. Блять, лучше поменять, ты в следующий раз там получишься. На сегодня хватит уроков. Трёх у меня, ты всю немку во тьме. У нас тут осталось 25 минут как-нибудь, блядь. Баф обновлять шестрее. Каску обновите. Мне вообще не заходить или выходить после этого? Ты вообще не заходишь. Хорошо. На баф на полчек. Энжи. Босса. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Скользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения.
Стоп. А, не, пока подбейте, пока бейте. Стопните по боссу теперь. На пульте, кит, щит я кинул. Все, не на пульте. Отдаю массаж. Зергайте трэш. Большой зергайте и маленький потом. Большого и маленький теперь бейте. Все, переводите босса. В босса теперь свичнитесь. Кометера 7 секунд. Переводите. Давай зубы. Вы найдете лишь страдания. Ходите, если посмотрите. Заходите. Когда вы начнете переводить. Надо переводить. Переводить 1%, готовьтесь. Фаза. Я есть свет, и я есть тьма. Трепещите, ничтожные, перед посланником смерти. Сейчас метеор падать будет, внимание. Бежим. На пульте налево. Бейте, бейте, нормально. Нас кто-то упал? Топи что? Топ, молодец. Цвет стоп. Верх большого, быстрее. Маску такую дал. Не свечитесь сразу в большого, дайте на агрона брать. По трэшу поиграйте. Сейчас будет метеорит падать уже. Бежим. На стоп. Метеор. Цвет стопните, у вас 30. Стоп. Пись, я тебе зубы дал. Остерегайтесь теней. Тьма стопни. Летит. Цвет стоп. Метеор. Иннер чипсом. Может гер у вас? Нет, рано. Тьма стоп. 70. Бладла с двух мирах. Летит.
Бежим. Свет, стоп. Все, хуярьте, прожимки. По боссу играть. Фу, боссы. Иннер просто. Господи, босс блядь. Мертвый. Сколько можно было? О, нормальный тренер. Я покал. Нет, это кольчужные сапоги. Сука, мои тапки. Слышишь, Керс? Я получил ачивку. Задрыгание, понятно. Я тоже получил. Кирс, напиши на форум, может, ты проклят. Сапоги, блядь, уйдут, интересно. Один раз в плане уйдут. Расплыло идут? Ну, 4 часа на 3 босса, в принципе, нормально. Офигенно. Ну все, теперь мой Мишка официально, блядь, не вагон. Доступ в ОКХМ есть. Кто там говорил, что вагон? Все. Теперь локомотив получается, да? Что получается? Локомотив получается, да? Да. Ценный не вагон, блядь. Тьму затанчил, свет, блядь. Все, что хочешь. А тебе, кстати, Кирс, повезло, нахуй. А типа, вот, я тебе говорю, тебе постоянно надо, блядь, потому что ты нормально лезвие ставишь, блядь, и никто не умирает. Просто это охуенно, я считаю. Кого дело не в агро, блядь, сейчас, про которое ты говорил. Братска, больше я теперь тогда не буду на ДВшную РСХМ приходить. Удачи тебе танковать. Братска зайдет, обосрется там.